Бежиев Хасанби Эдуардович. Хасанби Эдуардович, как вам сегодняшняя игра? Ну, я считаю так, что, конечно, для нас матч был достаточно такой непростой, учитывая, значит, сложности перелета, адаптации, плюс, конечно, погода и тяжелое поле, которое было непростым для обеих команд. Вот. В принципе, начали достаточно уверенно, затем допустили такие необязательные ошибки. Вот. Но я благодарен нашим футболистам, которые проявили характер, мы свое мастерство, сразу включились активно после перерыва в игру и сумели, значит, сравнять счет. В целом, потом уже матч, как говорится, проходил на встречных курсах, было много передач, длинных доставок, что, в принципе, естественно, для такого газона тут другого ничего не придумаешь. Но я думаю, что мы с давлением луча мы справились. В принципе, набрали, завоевали одно очко. Я думаю, что результат, конечно, по игре. Вот. Добавить что-то мне нечего. Спасибо. У вашей команды сейчас убийственный график. Луч на таком поле, понятно. Потом игра дома, потом кубок. И 13-го, наверное, у вас следующая игра. 12-го. Да. То есть не было желания поберечься немножко людей, чтобы на кубке выглядеть посвежее при таком графике? Ну, мы определенные меры предприняли и предпринимаем, как говорится. Безусловно, вы правы, график очень жесткий. Плюс, конечно, поле так достаточно, ну, неожиданно получилось, что тяжелое поле, что создает дополнительные проблемы и трудности. Вот. Но, значит, мы должны быть готовы ко всему. И ребята настроены на то, что, значит, нужно стремиться постоянно делать хорошо свою работу, вне зависимости от условий, в которых мы находимся. Постараемся, как говорится, значит, грамотно и сбалансированно подойти к последующему матчу. Спасибо. Ну, может быть, дополнение для вас, это очко имеет значение, мотивационное больше? Ну, безусловно, тут эта игра, она важна с многих точек зрения. Во-первых, борьба в чемпионате продолжается, значит, да, у нас есть определенные задачи, вот, которые мы хотим, поставили перед собой, хотим решить. Это первое. Второе, значит, в плане психологии тоже очень важный момент. Не уступить здесь, это не каждой команде удается. Значит, в плане психологии, я считаю, что это тоже компонент такой немаловажный, очень существенный. В преддверии тех матчей, которые нам предстоят. Согласитесь, с негативным психологическим фоном выходить на последующие матчи, хорошего мало в этом. Но у вас в выездных матчах, я так понимаю, очень хороший фон. Это уже 13 мячей, наверное, в выездных матчах, вот последних 4 забили. Очень хороший вариант, ничего не скажешь. Ну, я скажу так, что, знаете, мы в том году закончили с Райсом минус 11. Но сейчас нам удалось Райсу сделать забитых и пропущенных мячей, у нас стало одинаково, наконец-то, да? Вот, то есть мы проделали большую работу в атакующих действиях. То, что касается выездных матчей, домашних матчей, ну, тут, как говорится, есть своя специфика, плюс много факторов, которые влияют на результат, состояние поля и так далее. Вы сами прекрасно это знаете. Спасибо. Все, команде Луч, хочу пожелать удачи. А вам удачи в кубке. Спасибо. Надеюсь, это важное для вас. Спасибо большое. Да. Спасибо.